Ну и хорошо. Однажды давно-давно большая стая птиц летела в сторону Парижа, Лондона и разных других Нью-Йорков за славой, за то, что показать свои трусы, мрусы, штаны, пиджаки. Раз, два, слышно меня, слышно, Вася, слышно, да? И только одна маленькая, Вася, маленькая, но гордая птичка повернула в сторону Дербента и полетела туда со словами: «Вай, я маленькая, но я сделаю там такое, то, что мир узнает про мое самое большое богатство. Это талант». Итак, сегодня в нашем всемирном еврейском подиум-шмодиум фестивале принимает участие коллекция от молодого Вася, молодого, но современного дизайнера модной и горной одежды Хаим Кинжал Джиглзаде. Свои молодые, Вася, молодые, но активные годы. Слушай, Вася, что вату катаешь? Это тут комары, да? Ай, слушай, так начинаем. Комары съедят и участников, и вещи. Не понял, ты, коллекция, где вещи, куда? Коллекция, ты как пришел? Коллекция, я с кинжалом уже не голый, Подожди немного, сам придумал, не помнишь? Ты что, вещи, где ты их? Ай, бай, забыл. Мужская часть нашей коллекции. Компакт-шмампакт представление. Лучшее и самое раздуваем. В пиджак превращаем. Вах! А? Шайтан, ай, похлопаем, похлопаем! Один момент, слушай. С косметичкой пришел, не подумайте дурного. Ночной волки ходим с черной косметичкой. И не совсем косметичка, слушай, вот кинжал, да? Кинжал здесь будет. Ну, мужчина с кинжалом уже не голый. Слушай, папаха тоже я не забыл. Ах, как придумал аплодисменты! Это первая часть нашей коллекции. Мужской костюм покоряет горы женщин и также много-много барашек на шашлык. И вот вай, наконец вижу, прискакала основная часть нашей коллекции. Попросим буйно похлопать в ладоши, зазывая их на сцену. Это вторая и третья части. Как вы видите, дети компактно скомпонованы с ее матерью. Мать понимает то, что дальше своего мужа она идти не может, и поэтому прижимает к себе своих детей. Четвертая часть нашей коллекции – это пара счастливцев удачно, Вася, удачно! Избравших себе бутон совместной жизни. Не понял, ты что, что? Где остальное, слушай? Ай, сейчас. Алло, вот там, слушай, что такое? Где часть коллекции, ай? А, что, ищу. Извините, дорогие друзья, часть коллекции пропала, но ее уже нашли, связали и везут сюда. Итак, остатки четвертой части коллекции. Вот, вот тебе пара в сборе. Я могу продать их, как будто бы себе. Вам хвала небу, мне сообщили, что теперь коллекция у нас вся. Связанный кусок тоже привезем нашими кунаками-спасителями. Итак, мы рады вам представить нашу коллекцию, шмалекцию самого высокого пика нашего высокого минаретного Кавказа.
что, опять собираешься идти, как пришел? Слушай, я не могу, коллекция, дорогой, ты сказал целых 3 верблюда, 2 барана, где возьму, э? Ай, ну баран. Как пришел? С коробочка? Как пришел с бараном, так с бараном и уходит. Да. Всего вам доброго, дорогие друзья.